В большинстве случаев, когда устройство перестает работать, у него садится только одна батарейка. К сожалению, мы не можем знать, какая именно, и приходится менять сразу все элементы. Тестер батареек решает эту проблему. Теперь вы легко найдете и замените только одну севшую батарейку. Тем самым вы сможете экономить на элементах питания и не держать большой запас батареек дома. Тестер батареек питается от проверяемой батарейки, поэтому дополнительно не нуждается в источнике питания. При помощи тестера вы можете произвести быструю сортировку заряженных или аккумуляторов, имеющих слабый заряд. Благодаря дисплею с крупными цифрами, показания легко считывать. Устройство определяет напряжение в пределах от 1,2 до 4,8 вольт. Устройство щупов позволяет измерять напряжение так называемых таблеток. Есть отдельные контакты на 9 вольт для тестирования крон. Размеры тестера и марки элементов питания, с которыми он работает, вы можете увидеть на экране.